Праздничное мероприятие, посвященное 75-летию Видновского специализированного дома ребенка, состоялось в теплый солнечный день на территории учреждения. Первый заместитель главы района Дмитрий Волков поздравил коллектив с юбилеем, передав слова благодарности за труд сотрудникам от Олега Хромова и сертификат на установку новой современной детской площадки. Мы это делаем с удовольствием. Обязательно в этом месяце эту работу доведем до конца. И еще раз приедем и посмотрим, как наши дети радуются, и мы вместе с ними. В этот праздничный день многим сотрудникам за многолетний добросовестный труд, за вклад в дело воспитания детей-сирот были вручены почетные грамоты главы Ленинского района, Министерства здравоохранения Московской области, Совета депутатов, муниципалитета. Работа сложная, но я всегда иду с удовольствием на работу, с радостью. Потому что здесь у нас хороший коллектив, наши детки нас ждут. Когда моего воспитанника берут, я очень рада, конечно, за него, что у него появляется своя семья. Но все равно это как кусочек сердца забирают, потому что ты к ним тоже уже привыкаешь, и уже что-то вот не хватает. За время существования дома ребенка через учреждение прошло более 10 тысяч детей. За последние 30 лет были взяты приемные семьи и под опеку более 1000 ребятишек, которым сотрудники отдали теплоту своих сердец, знания и силы, помогая в меру их возможностей развиваться. Как бы хорошо не было нашим детям, нашей большой семье, мы всегда стремимся к тому, чтобы ребенок обрел свою единственную и неповторимую семью, где он обретет маму и папу, бабушку и дедушку, о которых они всегда мечтают. И любого входящего в группу, в учреждение, они бегут с распростертыми руками и с криком «Мама! Папа!». И нам хочется, чтобы это действительно стало реальностью. В этот день много теплых слов звучало в адрес Видновского дома ребенка, где творится реальное добро. Мы все чего-то делаем иногда, доброе, а вы просто живете этим. И это абсолютно скромно, абсолютно чистосердечно. Это и есть настоящее добро, настоящее Божье дело. Пожелать процветания, чтобы этот дом помогало государству, помогали люди, чтобы дети здесь были сыты, в тепле, в любви, чтобы все было для ухода за этими детьми. Самодеятельные артисты Ленинского района подарили всем присутствующим на празднике замечательные песни. Сотрудники учреждения тоже приняли участие в концерте. Людмила Медведева и я, Дамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.